Мы с Филиппом начали встречаться, и это здорово. Я всегда говорила, твой мужчина должен быть лучшим другом. Он всегда меня поддерживал. Я чувствую, что достойна хороших отношений и должна быть рядом с любящим и честным человеком. Она вошла в мою жизнь. Мы начали встречаться, и все у нас хорошо. Нас всегда тянуло друг к другу. И я чувствую себя дураком из-за того, что так долго ждал. Теперь он смотрит на меня совершенно иначе.